сухие побеги на большей части кроны, древесная гниль, развилка в стволе. Явный признак аварийности деревьев. Березы на бульваре Красного проспекта от Каинской до Сибревкома средневозрастные, им не более 35 лет. Но из-за сильного ветра, дорожной пыли, перепада температур деревья ослабли, и в любой момент ветки могут упасть на прохожих и машины, поэтому березы нужно срочно заменить. Постоянная такая пульсирующая форма жизни, она приводит к тому, что дерево, конечно же, находится на грани между жизнью и смертью. И поэтому, конечно, оно внешне выглядит непривлекательно, и, конечно же, оно ненадежно. Как не тяжело, но все-таки нам придется с этими растениями здесь попрощаться. По проекту вдоль бульвара на месте берез появится живая изгородь из пузыреплодника. Ее оформят и вайломкой. Это такой кустарник с зелено-желтыми цветками. А также высадят клен генала. Это декоративное дерево с ярко-оранжевыми и желтыми листьями, которое буквально оживляет любое пространство. Со стороны улицы Сибревкома сформировали цветник. Здесь высадили котов. Фасена с фиолетовыми цветками, декоративные злаки, петунью. Цветник со временем будут постепенно дополнять ирисами. Мы начали с этого отрезка, потому что мы в этом году сделали капитальный ремонт стелы героям Великой Отечественной войны. Мы отремонтировали этот памятник и, соответственно, займемся зелеными насаждениями в этом осеннем сезоне, который стандартно является временем для посадок новых саженцев. Чтобы деревья здесь выжили и могли оптимально расти, необходимо выбирать растения, которые, во-первых, морозоустойчивы, во-вторых, засухоустойчивы и, в-третьих, соответственно, относительно устойчивы к солям. Частично освежаем грунт здесь, на этой территории. И понятно, что вот это вот оздоровление, оно будет способствовать тому, что растения начнут опять выполнять свою средообразующую функцию и создавать хоть какой-то микроклиматический эффект здесь. Сотрудники горзеленхоза начнут вырубать березы уже на следующей неделе, а после приступят к посадке новых. В этом секторе появится более 350 кустарников и 12 кленов. В следующем году в рамках проекта обновят березы и в начале бульвара Красного проспекта.